Должна ли Россия ужесточать свою политику в отношении Турции? Однозначно. Да, обязательно. Я думаю, это все нужно ужесточить, постараться взять границу под контроль, если это вообще реально. Конечно. Не только какие-то там отдельные люди не поедут в Турцию отдыхать, да, за счет того, что там общественное мнение наше. А еще хорошо бы, вот фрукты все турецкие, в Ашане, например, и во всех странах. Очень большое количество фруктов, овощей, тряпок всяких. Вот, и, наверное, они почувствовали бы. Ну, в первую очередь, люди бы почувствовали, бизнесмены, конечно. А с Билл Эрдоган немножко разные вещи, но все равно. Так можно противостоять следующему удару. Если в этот же день все прикрыть, всю Турцию. Потому что погибло 2 человека, или там хотя бы 1 человек. Это уже они его убили. В общем, это несколько вероломно. Ничего страшного, что нарушили. Они тоже нарушают наше пространство своими товарами, например. Я думаю, что Россия не должна нарушать пространство чужих стран. А при чем здесь все остальное? Пускай туристы отдыхают, где хотят. У нас же есть свобода передвижения, у нас есть конституция. А то, что там они не разобрались или заблудились, но если пересекли границу, значит, они виноваты. Притилия. Наверное, нефть через нее надо запретить подавать. Там какой-то поток, да, у нас? Войну из-за самолета мы точно не начнем. Это слишком глупо будет. Поэтому, соответственно, надо было изначально думать и быть более аккуратным. Запретить вылеты в Турцию, например. А я в перелет там. Это уже запретили. Ну, отлично. Ну, я думаю, что должна. Пора какие-то меры принимать. Потому что люди, ну, честно, оборзели. Не понимают, что творят в мире. Я думаю, что пора. Тоже взяли людей просто так. Один самолет убили, второй. Ну, это что же? Люди наши страдают, наверное. Какие рамки это входит? Возможно, прекратить все связи вообще просто с Турцией. Им же будет хуже от этого, понимаете? Мы-то не пострадаем сильно. А им будет хуже. Я лично не буду расстроена. Да, в Турции хорошо, мы прошлый год отдыхали, там было прекрасно и обслуживание, и комфорт, все. Но раз так получается... Я думаю, что нет. Будет еще сильнее нагнетаться ситуация в мире, а этого не нужно. Я даже счастлив. Мне кажется, Россию надо объездить, прежде чем в Турцию летать. Надо делать все возможное, чтобы в России можно было хорошо отдохнуть, а не туда мотаться. Слышал, что в новостях уже... нашим гражданам не рекомендуется, вернее, запретят летать в Турцию. Поэтому я считаю, что это как бы логично и правильно. Ни в коем случае, абсолютно, потому что это губительная политика, я считаю, нашего главы государства, она совершенно необдуманная. Ну, тут много эпизодов, и, ну, мне кажется, то, что в Турции сейчас происходит, это не случайно, потому что к этому надо быть готовым. Это смешно, значит, посылать свои самолеты боевые и надеяться, что это какая-то прогулка.